Не хочешь мерзнуть зимой? Начинай запасаться радиатором с осени. Но только качественным, тем, который не выжигает кислород в помещении. К примеру, Термия 920 модель, который на 9 секций и обогревает помещение площадью в 20 квадратных метров. С вами Электромотор, ваш надежный друг и помощник в мире техники. Детальнее про этот масляный радиатор дальше. Масляный радиатор Термия 920, как и другие с этой же серии, не обладает дополнительным функционалом, то есть таймером и тепловентилятором, но это не делает его менее удобным в использовании. Ведь есть главные кнопки включения-выключения и терморегулятор, который помогает регулировать температуру в помещении от плюс 5 до 30 градусов по Цельсию. К тому же радиатор оснащен системой от перегрева и от опрокидывания, что делает его безопасным. Также его легко перемещать благодаря небольшому весу и специальным ножкам. Масляный радиатор Термия изготовлен с учетом требования отопления и безопасности прибора, о чем свидетельствуют сертификаты соответствия Украины, России и Белоруссии. Для очистки достаточно протереть радиатор сухой тряпкой, но предварительно убедитесь, что он отключен и остыл. Продуманные конструкторские решения, современный дизайн, широкая номенклатура, способная удовлетворить любые запросы потребителей, позволяет маслонаполнительным радиаторам стать украшением любого самого изысканного интерьера. Они удобны в пользовании, экологически чистые, быстродействующие, бесшумные и экономные источники тепла. Пожалуй, самым главным преимуществом радиатора Термия можно назвать отопление помещения без сжигания кислорода. Отмена также, что это отечественное производство, срок гарантии 5 лет, и самое, наверное, актуальное, что они есть сейчас в наличии на офисе компании «Электромотор».